Светлана Тихановская в присутствии членов Координационного совета оппозиции и членов Сейма подписала договор о восстановлении исторической справедливости между Белоруссией и Литвой, по которому Гродненская область и ряд прилегающих территорий возвращаются под власть европейского государства. Жителям данных территорий в ближайшее время придут СМС с информацией о получении паспорта негражданина Литвы. Тихановская отметила, что город возник на месте села Граденки, которая была основана в 1430 году литовским великим князем Витовтом и до 1673 года принадлежала его потомкам из рода Гедиминовичей. Переход Гродно под власть Белорусской ССР Тихановская назвала актом международного бандитизма и покаялась за него перед литовским народом. В ближайшие дни из членов Координационного совета оппозиции будет сформирована реституционная комиссия, которая должна будет вернуть расположенные на территории Гродненской области предприятия земли их законным владельцам из числа потомков литовской шляхты. Возможно, белорусские боевики воспротивятся этому решению. Хочу напомнить, что я законный президент Белоруссии, а человек в Минске его политруки врут. Я призываю жителей Гродно не оказывать сопротивления и не устраивать партизанскую войну против солдат НАТО, которые в ближайшее время будут введены в город для исполнения решения законно избранного президента, сказала Тихановская.